Я думаю, все просто. Ну, вообще сложного ничего нету. Все просто. В первую очередь нужно определиться с целями и с ролями. Вообще понять, кто ты. Зачем ты нужен? Зачем ты вообще в этом мире нужен? Определиться, кто ты в обществе, вообще кто ты на земле. И все, и тогда будет все понятно. Если ты никто, если у тебя нет вообще роли в этом мире, то ну, я не знаю, как жить. В основном, мне кажется, люди не могут определиться, кто они. Вот зачем человек нужен в этом обществе, в этой стране, что он вообще может сделать. И очень важно вообще понять, что зависит от каждого человека что-то, от каждого, ну, от единицы. Не от группы, не от толпы вот этой, а именно от одного человека. Потому что у группы, у толпы, ну, мозга нету. Есть мозг только у одного человека. Вот, и я думаю, это важно. Понять свою роль в первую очередь, а потом понять свою цель и идти. Когда у тебя уже есть цель, есть твоя роль, ну, есть тогда и стиль, и смысл жить. А если просто жить, ну вот сегодня, да, тяжело, сегодня что-то я поел, поспал, завтра как-нибудь тоже появится. Так тяжело жить, так вообще, ну, я не знаю, я так не могу. Я не могу, я знаю, что я делаю, я четко знаю, я знаю, куда я иду. Вот да, кстати, кому грядешь и куда идешь. Вот я знаю, куда я иду. И я делаю свою работу, я знаю, что у людей не так уж и много времени, чтобы сделать конкретно свое, то, что он должен сделать, свою роль выполнить. Вот. И поэтому нужно постоянно над этим работать. Вы ведь